Так, ребят, и вот так встречает вас остров Little Beach. По левую сторону здесь пирс. Трансфер составляет из Мали на гидроплане всего 30 минут. И потом 5-7 минут на лодке вас подвозят к отелю. Сразу же бросается в глаза вот такая вот серьезная растительность, очень зеленый остров. И он не только в пальмах весь, но еще и в других зеленых насаждениях. Потому что отелю уже достаточно много лет. И стандартные, кстати, номера, они с момента постройки отеля еще не проходили реновацию. И я вам покажу их сейчас. Я уже заезжал еще вчера, когда было темно. Но я думаю, вы приблизительно поймете, что, скорее всего, на них останавливаться точно не стоит. Так, ребят, 158 номер. Это Beach Villa. Такой вот номер. Одна спальня здесь. Те номера, которые с выходом прямым к пляжу. Смотрите, вот такая вот терраса здесь. Эти номера без бассейна. Есть такое место, где можно отдохнуть, посидеть. Очень круто, что, видите, фактически никакого навеса нет, но оно все утопает просто в зелени. Пляжу я уже пойду, наверное, завтра посмотрю. Вот такая вот ванная комната здесь. Открытая. Смотрите, есть джакузи. Прям под открытым небом. И здесь с правой стороны душ. Смотрите, какое дерево. Я такое видел когда-то на Бали, в Убуде. Но не ожидал бы его увидеть, конечно, на Мальдивах. Здесь тут на острове прям тень создается за счет самих зеленых насаждений. И это очень удобно, что вам не жарко путешествовать по всему острову. Здесь у нас часть спорт, так называемая ария. То есть вот моторные есть лодки, да, их можно взять. Это за дополнительные деньги. А каяки, разные лодки, другие безмоторные, их можно взять бесплатно, так как концепция здесь утро все включено. Так, ребят, и вот еще смотрите, какая классная есть качель. Я думаю, здесь тоже девушки оценят. Можно сделать крутые фото. Прям такое место для фото, да, вот с этой стороны. Самое интересное, видите, какая вода. Цвет просто прозрачнейший. И это еще солнце не в зените. Это 7 утра. То есть, когда солнце в зените, тогда самая красивая водичка, потому что вода приобретает прозрачный этот цвет только когда есть солнышко. Такие лежаки, это возле стандартных номеров. То есть, вы выходите сразу из номера, вот оттуда выходите, и это вы сразу же на пляже. То есть, вам не нужно куда-то ехать, идти, еще что-то делать. В отеле, конечно, есть свой дайвинг-центр. Кстати, вон припаркована сама лодка, на которой всегда привозят туристов. Смотрите, какая красивая инсталляция здесь. И лазурная водичка. Очень красиво, как корабль.
Ага, это стол. Это, скорее всего, для ужина. Если вы заказываете ужин у моря, то это именно то же самое место. Так. И здесь у нас еще есть зона бассейна. Вот такой вот Infinity бассейн. Кстати, уже кто-то купается. Хотя я очень рано пришел. С открытой перспективой. Смотрите, ребят, тут еще тоже есть бар, кстати. И снэк-бар. То есть он работает, этот ресторан, на обед. Вы можете тут перекусить, если сидите в бассейне. Сейчас он, конечно, закрыт, но я пришел просто в 7 утра. Ну, для тех, кто любит купаться в бассейнах, красивое место. Марин. Так, и еще один, я так понимаю, ресторан. Тамаринт. Тамаринт — это, кстати, фрукт. Такой он похож на помидор. Это как помидоры, которые растут на дереве. Да, это ресторан. Он сейчас закрыт. Он на обед работает, открывается. Классные вот эти вот, видите, столики, которые уходят прямо в море. Прикольно. Сам номер выглядит вот так вот. То есть одна спальня. На террасе два лежака. И сразу же вот он пляж. Видите? Какой прикольный выход. У вас есть своя лестница. Номер после реновации. Это Beach Pool Villa. Видите, здесь такая вот спальня. Полностью совсем дизайн разительно отличается от тех стандартов, в которых я живу. Есть такая небольшая лаунж-зона. И сама терраса. Мне кажется, тут абсолютно и другое. Постельное. И вот такая вот здесь терраса. Красивый диван, лежачки и свой бассейн, так как это пул со своим частным бассейном. Кстати, бассейн достаточно такой просторный, большой, и вон там сразу выход к пляжу, просто пошел дождь. Здесь такая гардеробная, здесь можно разложить свои вещи. Кстати, посмотрите, какое зеркало включается. А вот ванная комната тут абсолютно отличается разительно. Тут с левой стороны душ. Ванная. Тут уже чувствуется, конечно, что это 5 звезд. Похоже на те отели, которые я видел ранее. Такой вот тропический душ. Кстати, видите, прикольно сделан навес. То есть вы как бы вроде и на улице, но в то же время есть какая-то приватность. 5 номер Deluxe Water Villa. Смотрите, при входе какое стекло. Прозрачное дно. Вы сразу заходите, очень необычно. Сама спальня, видите, тоже с балдахином. Кровать украшена цветами. И выходим сюда на террасу. Здесь на террасе есть еще два лежачка. Бассейн небольшой, но похоже на джакузи. Но, кстати, вот то, что мне нравится, видите, очень хороший заход в море.
деревянная лестница, удобно. Ванная комната. Отдельно стоящая ванная, гардеробная. Еще такой душ. Смотрите, черепашка стоит. Это, конечно, максимально круто. Вот, обратите внимание, какой интересной формы сделаны вот эти Water View. Видите, оно как сходится. Похоже, не в итоге. Существует, наверное, свечу. Пришел на ужин. Хочу вам показать ужин. Хлебушек. Все тут стандартно. Да. Здесь у нас сладкое. У этого отеля концепция ультра все включено, мороженое. И считается, что здесь самое лучшее все включено на Мальдивах. Отель входит в 10 самых лучших отелей с питанием все включено в мире. То есть разнообразие, конечно, тут очень большое, серьезное. Так, сейчас вам покажу. Здесь у нас мясо. Гриль при вас готовят. Со специями. Так, здесь у нас ягненок. Здравствуйте. Так, тут у нас суши. Смотрите, разнообразие суш. У нас, смотрите, сифуд. Red Snapper есть. Так, вы все выбираете. И вот уже сразу же гриль. Для вас могут приготовить там специи. То есть то, как вы любите. Приготовить вам рыбу. Ну и, как всегда, уже стандартно пицца. Паста. Собственно, все производство. Для вас могут приготовить, в принципе, любую пиццу, любую пасту. Как вам нравится. Видите, собственно, производство пасты вот. Здесь у нас супы. Веганский какой-то суп. Здесь у нас курица с рисом. Рыба. Кстати, заметьте, таблички написаны на русском языке. Мясо. И еще вот такая вот курица с картошкой. У нас часто готовят. Поделим на такие две зоны. То есть вот с правой стороны у нас зона открытая терраса, она вся какая-то, видите, в джунглях. Вот здесь столики, диодные свечи на столах, драматичная такая обстановка. И сам буфет по левую сторону. Тут расслабляющая такая атмосфера, все не спеша ходят. И смотрите, первый раз такое вижу. В ресторане есть еще аквариум. Вот сидят живые лобстеры. $26 за 100 грамм. Могут сразу при вас приготовить. Это с левой стороны сам ресторан. Вы знаете, в этом отеле мне очень нравится атмосфера. Положительный такой настрой, знаете, на отдых. Плюс русскоговорящий персонал присутствует в отеле. Конечно, жалко, что нету русскоговорящего персонала еще в детском клубе, это было прям вообще максимально круто. Но вот сами такие, знаете, приглушенные тона, неспешные большие террасы, все такое, знаете, вот ненапряжное, неспешный отдых. За это, наверное, этот берут и любят отель. И, кстати, это такой отель, который часто прилетают репитеры. Репитеры – это те туристы, которые возвращаются по несколько раз. Вот. Поэтому, конечно, сильная сторона этого отеля. Надеюсь, что вам передает эту всю красоту, которая здесь есть. Ребят, тут про скатов. Сейчас вечернее кормление скатов. Очень много.
вот еще, смотрите, теперь акулы с этой стороны. Просто кишит все. Так, ну что, друзья, идем на завтрак. Лео Бич. С правой стороны у нас каша. Хлопья. Детские каши. Здесь по правую сторону орехи, чай, фрукты, супы. Для вегетарианцев есть нудлы, рис. Это каша. Там еще йогурты разные. Так, я так понимаю, тут у нас готовят фреш. Олин, orange juice, please. This is fresh? Так, тут у нас станция омлеты, тут панкейки, блинчики. Здесь омлеты жарят классические. Хлеб, булки. Там он есть в конце, кстати, тоже. Мед. Thank you. Сосиски. Оливки. Красная рыба на завтрак. Так, тут у нас томаты жареные. Грибы, бекон, на слайсах такой, такие фрукты с обратной стороны, здесь сыры, дурблю, овощи, фрукты, кстати, фруктов тут много, целые ананасы, пахнет очень круто. Ананасы сильно пахнут. Кстати, суши на завтрак есть. Здесь еще микс-салаты такие. Еще картошка. Ага, запеченная картошка. Так выглядит сама терраса. Там у нас уже океан. Ну что, друзья, я провел полный обзор отеля Lilu Beach. И хочу поделиться с вами своим мнением и впечатлением по отелю. Давайте начнем с плюсов отеля. Это в первую очередь, первый плюс, это наличие русскоговорящего персонала. Этот вообще, в принципе, отель на данный момент, он по большей части занят туристами из СНГ. Второй плюс этого отеля, это, конечно же, классный живой риф, рифовые акулы, кормление акул, возможность использования там разного рода каяк, лодок, поплавать, посмотреть с маской, снорклинг, вечернее шоу в виде кормления акул. Это, конечно же, очень круто. Третий плюс отеля – это зеленая территория, так как отель уже достаточно не новый. Естественно, у него максимально зеленый остров. Вы можете гулять просто вечером, наблюдать много очень живности, пеликанов и так далее. То есть этот остров настоящий, вот прям Мальдивы. Для кого-то плюс, для кого-то, для меня, допустим, минус то, что здесь много наших соотечественников и не чувствуется вот этой какой-то уединенности и получения вот именно кайфа от того, что ты пропал на другой остров и какая-то здесь другая атмосфера. В любом случае, если этот отель выбирать за нормальные деньги, если на него есть какие-то хорошие акции, я бы на нем остановился, потому что пляж реально крутой, классный риф и прям вот чувствуются Мальдивы. Такие вот, друзья, новости. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, потому что мы для вас стараемся. Всего хорошего и удачи!